Всем, ребят, привет. Короче, мы со Святиком сейчас будем ехать на день рождения. Посмотрите, как он нарядился. Овечку дала бабушка. Да, посмотрите, какая овечка. И что, Святик, мы будем брать ее на день рождения? Мячик будем брать? Давай, вот так вот. У нас мячик. О, чуть в кассу не попал. В общем, все, мы уже оделись. Мы немножко опаздываем, потому что Святик только-только проснулся. Вот, ну мы предупредили. Да! Кидай, Кася, мячик. Да. Ну вот так вот. Все, беги, беги, беги. А, еще мусоровоз есть. Или что это такое? Грузовик какой-то. Тоже бабушка дала, сейчас покажу. Святик. Вот, Сонечка нарядилась. Всем приветик. Вот. Кася, покажись. Я давно не видел. Вот, смотрите. Такую машинку бабушка дала. И самое интересное, Святику нравится. Ему не важно, новая игрушка, старая. Он прям кайфует от нее. Главное, что для него только что новая. Сбегал за букетиком. Вот, встретил своих товарищей с района. Угостил их водкой со змеей. Они обалдели и заценили. Им понравилось. Вот, сейчас, кстати, вам тоже покажу. Касюня, Касюня, привет. Сейчас вам тоже покажу, какая у меня есть водочка. Вот. Кумец зайдет, я его тоже угощу. Может, батя тоже как-то перепадет. Смотрите, вот такая красота у меня есть. Опа, это змея. Короче, она настаивается, а потом ее пьешь. А, знаешь, в чем прикол? Я Валере даю водочку, знаешь что? А у него дома, он мне показывает, у него змея живет. Да, я говорю, ничего себе. Прикинь? Вот. Показывает мне, как она мышку ест. Что Да. это змея? Я не знаю, но она здоровая. Вот. Другие начали подкалывать. Говорят, так что, Валер, может, мы ее тоже засушим? Говорит, по чуть-чуть будем отрезать, добавлять. Говорит, не, говорит, это ж питомец, да, Святик? Да, все. Что ты хочешь, ломать? Ломать яйца? Яйца будем разбирать? Святик, давай, давай. О, кстати, одел часики. Я их так вообще никуда не одеваю. Но если уж едем на мероприятие, то одел. Вот. И кольцо. Так-то я вообще ношу его на большом. Похудело, но с меня спадает. Ну, так, то одел как надо. Да, Святик? Ну что, Соня, вы готовы? Надо такси тогда вызывать. Оно быстро приедет. Поэтому, мне кажется, надо сразу одеваться, обуваться. Такс, короче, кроссовки есть. Так, я, наверное, беру зимнюю курточку. Потому что, ну, я манал. Я замерз, не знаю. Ой, я очень редко новые вещи покупаю, но в прошлом году купил вот такую вот курточку, сейчас вам покажу. Что за фирма, Соня, помнишь? По-моему, этот. Вот, смотрите, какая курточка. А вот такая вот красота. И мне тренер сделал скидочку, у него есть скидочная карточка тренерская, 50%. И вообще, прикиньте, за 50% взять такую красоту. Мне она нравится, класс. Вот. Давай, может, возьмем какую-то игрушку Святику? Ну, давай возьмем, не знаю, мишку. Что, он хочет и фуру хочет, и барашека хочет. Можно мишку такого взять. Какого? Он небольшой. Ты думаешь? Да, потому что это большой. Угу. Ну, я не знаю, надо мне. Смотри, он машину хочет. И барашика. Ну, Сятик, я понимаю, просто. Но мы едем не на своей машине, поедем на такси. Это получается, что мне и 5 капель нельзя будет выпить. Так, а ну давай. Проходите. Так что, в принципе, все. Я тогда обуваюсь. Что еще? Я сумку не беру, мне документы не надо. У меня есть все в телефоне. Хорошо, все, тогда вызывай. Да. Так что все, я обулся. Да, Святик тоже сейчас обувается. Вызываем. Это мамины. Мамины ботиночки. Побежал. Побежал карапузик. Короче, все, ребят, вызываем тогда таксу. И поехали. Все, ребят, в общем, мы уже едем. Приехали мы уже в заведение. Вот. Приорка. Будем сейчас заходить. Ага. Это значит той стороной, да? Пошли. Интересно.
А вот. Кстати, хорошо, что возле дома, да? Нам буквально тут проехать 3 километра. Очень близко. Если не меньше. Букетик, говорю, Сонь, смотри, чтоб телефон не потеряла. А то так часто в карманах выпадают. У меня когда-то выпало в маршрутке. Ну, часто такое бывает, в карманчик ложишь и выпадает. Короче, несем. Святика, сокровище наше. Сонечка с цветами. Идем. Опа, тут, видите, обходить надо. Ага, тут еще, наверное, такие отдельные даже есть дома. Ну да, тут видишь. Это, это кстати, похожий ресторан, как мы были у Панини. Видишь? Да, только он меньше, и тут нет выхода на речку, он просто угу. Выход в парк. Прикольно. Что вот это за хотелка? За забором, да? Не знаю, прикольно. Там... Колодец. Зайчики такие. Да, домик. И оно за забором это. Может быть, это какого-то, не знаю, писателя, знаешь, чем-то похоже на домик Шевченко. Ну, типа того, да, надо посмотреть на карте. Да, надо посмотреть на карте, что это такое. В общем, смотрите, какой парк. Ага, это Кузнецкий парк, нет? Наверное. Или... Класс. Да, Святик показывает нам туда. Ага. Да-да, ты будешь ходить? Что ты там показываешь, Зайц? Он показывает на плечо. Шапку одели, было тепленько. Ой, какой ты тяжелый уже. Я уже его нести не могу. Может, он сам пойдет, Соня? Он будет 3 дня идти, Серёжа. Капец. Такой тяжелый мальчик. У меня слов нет. Тут даже заезд есть для машин. Прикольно. А, ну да, просто стало... Хорошо, что я без машины. Ну, можно и 50-шку выпить. Ну, немного. Да. Да-да. Все, Зятик уже показывает. Ему нравится. Да, ему нужно. Угу. Сейчас узнаем, в каком они зале. Мне кажется, в главном. Так, в общем, заходим сразу. О, да? Да. Посмотрите, Святику какие барабанчики подарили. Пришел на день рождения, еще и получил подарочек. Ого! Дудочка сейчас. Мене дудочка нова. Ду-ду-ду-ду-ду, да, Святик? Вау! Какая дудочка. Смотри. Ага, а ну-ка, Святик. Дуй. Не? Брякалка, дудочка, Святик, на. На, будешь заниматься. Заниматься, все, ты будешь теперь занят. У тебя будет занятие. Еще такая дудочка. На. Дуй, дуй. На, получится, Святик? Давай. Гротик, блин. Давай. Покажи. А ну, Соня, покажи. Как надо. Покажи. А ну, попробуй. О, видишь, Святик? Видишь, как получается? Давай. Не? Сейчас стесняюсь. Ничего, сейчас разберешься, Светик. Да. Ничего себе. Нет, это что-то другое. Саксофон. Ага. Вот так. Саксофон. Смотри, Светик, и барабанчик есть. Одеваешь вот так вот, смотри, и стучишь. Да, смотри, ты знаешь. Он знает, что надо стучать, Светик. Дай, мама. Да ты что? Постучи. Вот эти. А? А, палочки есть. Ну все, можно в переходе теперь денежку зарабатывать. О, молодец. Получается. Пошло. Сейчас вы будете дудеть, а я буду играть. Да. Красота. Да ты что? Все, занят на вечер. Да, станешь на Минское, там будешь бам-бам-бам. Стучать, да, Светик? Да, да. Папа там когда-то спиннеры продавал, а Светик будет мелочь зарабатывать. Бум-бум-бум. Там для всей семьи. Да, тут всей командой, Сонь, станем. Смотри, кто-то с дудочкой, кто-то с саксофоном. Всей командой, Светик, станем. Оркестр, да. Это семейный квартет. Квартет будет. Да. О, все. Да ты же... Пришли в детскую комнату. Короче, тут будет Святик гуляться. Вот. Сонь, оставляем тебя за старшего. Все, держи. Короче, в общем, оставили Святика, как оказывается, сотрудник, который смотрит за детьми. Вообще красота. Поэтому Сонечку мы забираем и идем отдыхать. Она справится, что не справится. Плюс Иринка за ним будет смотреть. Вообще красота. В общем, вот так вот.
Вон Святик рисуется там. В общем, Святик плакал, поэтому мы пришли с ним в боевую комнату. Он так начал кричать, что капец. Поэтому мы решили составить ему компанию. Святик! Ого! Смотри, он какую игрушку нашел. Святик! Что это за игрушка? Да ты что, тут и телевизор, ребят, и машинка. Просто... Не собирай, потому что плакать будет. Вот это да! Вот этот игрушек, да? Ну это тоже, да, интересно? Тут не только таким маленьким интересно. Да. Смотри, какой это. Ого, какой шарик. Капец. Класс. Обалдеть. Какой шарик. Да ты что? Шарик, да? О, тут еще тепло. Тут еще тепленько. Ну, не-не. Ай, ну нормально. Горячее. Да. И мама с нами тоже. Ой. Короче, все. Будем развлекать Святика, потому что его так оставить нельзя. Начинает плакать. Так что будем развлекать его. Тут. О, есть ковчег? Что там, Святик? Да. Что ты нашел? Да. Что это такое? А? Что это такое? Поп. Поп. Ид какой-то, да? О, а ну встань, Кун. Ковчег. На ковчег як тільки сіла, а ну, сяди. А ну. Ага. Так вот. Ковчег. Опа, сяди, что ты? Смотри, какая там машина. Смотри, какая машина, Святик. Ты шо, какой там медведь? Да? Седав, Святик. Ты видишь, какая машинка? Да, ты шо, вот это тусовка. Если есть... Ага, да, чтоб знал. Чтоб знал, ага. Ну, бывает, Святик. Все. Ребят, вышли в парк прогуляться. Сразу тут от заведения, потому что Святик чуть-чуть испугался в комнате там. Люди неизвестные, и он это, немножко так, знаете, испуг у него. Поэтому мы вышли вот сюда вот прогуляться, да? Святик, а где Белочка? Есть Белочка? Скажи, уже не видно. Нету? Надели курточку, видите, так. У нее истерика немножко. Еще ручкой своей взял вот так вот батарейку. Вот, она не горячая. Ну испугался так, и после этого начал плакать. Он, наверное, испугался этого обогревателя. Наверное. Сразу начал кричать. Да, и что теперь, Святик? Ничего страшного в этом нету. Все хорошо. Все хорошо, видишь? Капец. Смотри, какие собачки идут. А ну. Ого, какие собачки. Ой. Тут, кстати, хорошо. Парк, свежий воздух. Можно погулять. Да, Святик. А вот смотри, у собачки светится ошейник. Видишь? Видишь фонарики на ошейнике? В общем, успокаиваем Святика. Вот такой вот выход с ребенком, с маленьким куда-то. Для него все стресс. Он боится, плачет. Святик, смотри, какие собачки. Видишь, какая собачка? Вот, сколько разных собачек. Да. Видишь, какие собачки? Нравится, Святик? Собачка. Как собачка делает, Святик? Правильно. Ау. А котик как делает? Правильно, маму. А чайка как делает? Правильно. А ослик? Молодец. Кто там еще есть? Ворона. Правильно. Каркар, да? Каркар, да. А кто еще? А корова? Му. Правильно. А часы как делают? Правильно, тик-так. Видишь, ты все знаешь. Все ты знаешь, пупсик. Да. Тик, о, у папы тик-так. Тик-так. О, у папы тик-так, да. Тик-так. Тик-так. Да, все. Говорит, убери руку. Иди. Да, иди ты, говорит. У него это что, шапка у меня? Угу, да. Шапка новая, да? Новая шапочка у Святика. В общем, вот так вот. Да. Святик. Обратись, пожалуйста, к бабушкам, дедушкам
Скажи, приезжайте со Святиком гулять, хоть иногда. Он увидел площадку и хочет идти. Куда? Туда? Темно. Темно и холодно, Святик. Не надо нам площадка уже. Да. Так, все, вот так вот. Все, мы идем в заведение, потому что мы уже замерзли, мы раздеты с Соней. Ну, а что поделать? Сейчас пойдем, может, детскую. Тихо! В общем, вот так вот с ребенком выезжать, это такие истерики. Так что завтра будет продолжение. Следите, пишите свои комментарии. Всем, ребят, пока-пока. До новых встреч.